Получай, сука. Press start to begin. Всем здорово, дорогие друзья, с вами Меха, и это Geekzabuddy 2. Итак, я уже сказал привет, ребята. Так вот, Geekzabuddy 2. Сейчас я уберу это. И эту игру я видел еще давно, да, давненько. Динг-донг. Это что? Там было написано Бадди. Хо, прикольно, здорово, Бадди. Так вот, я эту игру еще видел давно, вот, но сегодня мне начали ее рекламировать, вот, до этого я ее в App Store не видел у себя, такой зашел и раз, но, как вы видите, когда открывался, она в App Store называлась там Geekzabuddy Forever, вот. И это Geekzabuddy 2, есть еще Buddy Man Kick, игра такая. Но я не знаю, эта игра недавно вышла или еще давно. Потому что, как мы уже поняли, обычный Бадди вышел еще в 2K11. Так, его надо дать ему пощечину. Получай, сука. Прямо уже жвачку надувал. Pressed in pieces. Ouch. This was... Perfect hit. K.O. О, K.O. Так, окей, континьюм, тут какая-то штука. Я понял. Ну давай. Седьмой. Бензопила! Круто, бензопилу открыл, ребята. Я хорошо нажал. Я еще хотел бы нажать третью, но хорошо, что третью не нажал. Oh, that's unusual. Сейчас я еще раз проверю, тут голос есть. Включил ее. Hey now, oh brother, that's not right. Oh my god, I can't feel anything. Все, что он там говорит, это из первого Бадди. Don't get my box wet. Ow! This was bad. Ouch! K.O. K.O. Так, еще один билетик. Ваш билетик. Мой билетик. Ваш билетик. Пускай он меня закидывает всяким спамом. Блин! Ну и ладно, у него нет кучи. Ах ты ж, он посадился твой. О, вот тут можно все выбросить. Чего? Это Рик и Морти, это отсылочка на Рик и Морти. Be careful, it's quite an old box. Рик и Морти, вы что тут делаете? Пошли в свою вселенную, хотя это Рик и Морти в виде Бадди, Баддиевские Рик и Морти, но все равно пошли в свою Баддиевскую вселенную Рик и Морти. Став. Нано Вэпонс. О, он бесплатный. Не, я не буду смотреть 60 реклам. Но это посмотреть, вставлять 60 реклам. Ну, ребят, ну просто офигеть. Explodes. Танк есть. Подождите, я видел такое прикольное оружие. Но я не думаю, что оно будет в пухах. Нет. Винтер есть. Критерс. Вот. Его нельзя купить. Его только за алмазики. А давайте что-нибудь такое вот. Нельзя. Тоже нельзя. Ничего пока нельзя. Ну окей. Может быть, мы еще в следующем году скачаем другую версию. Взломаем. Окей, я купил пест. Мама! Oh, that's unusual.
serious? What a KO! Awesome KO! Headshot! Окей, вот так. Гранаты. Круто. Блин, ребят, мне нравится вторая часть больше, чем первая. Хо, тут в нем дыры, дыры образовались. Ты-то откуда? НЛО. НЛО какой-то прилетело. О, бедный Бадюша. Что-то написано. Ловер, ловер. Бадюня тут ловер. Ну получай ловер, ты тупой. Когда ж ты уже взорвешься. Все, КО. Рейтас потом. Потом Рейтас. Потом я рейчу все. Вот, стрелочка. Хочу его сорвать. О, это же это Fortnite лама. Можно посмотреть видео и получить ее. I'll go work out with my triangle formation, please. I'll just put up and attack. I don't think that got enough people though. Oh no, no, why? Oh, it's fine. Why? I'll retry it real quick. We will switch up the formation and also use the freeze power up. Freeze them right in the middle. I think that actually got enough people. Really good. The troops. Go. Yes. Mortals, play now. Окей, мы посмотрели рекламу. Блин, я не могу выдвинуть нижнюю хрень, чтобы посмотреть. Тогда верхнюю. У меня все залагало, и сейчас Кикзабади не отвечает, да? Во! Лама из Fortnite. Лама из Fortnite. Бади. Лама из Fortnite. Как тебя использовать на Бади? Как Бади на тебе использовать? Лама из Fortnite. Тебя потыкать надо. Тебя надо повзрывать. Лама. Ну, лама. Лама, ты какая-то не ламовская лама. Бади, побей эту ламу, побей тупую ламу. Алло, лама, brother. Тупая лама из Fortnite. Ну, лама, ну что мне с тобой делать? Короче, тут просто тоже вместе с Бади происходит лама. Нажмем тебя на билетик. Вот тут, я думаю, оружка. Нет, 400 коинов. Тогда купим что-нибудь недорогое. Нет ничего дешевого. Hey, did you see my frog somewhere around here? Ничего. That's my world. Free? Не, подожди, там было вот free. 20 реклам. Have you been to the moon? Ну, давай что в него еще постреляем. Are you serious? Бадди кайфует. Подписаться? Ага, я знаю. Просто нажимаем subscribe. Он заходит в интернет, просто выходим обратно. И сейчас загрузится. И вылетает игра. Не, ну игра, скорее всего, вылетела
просто из-за большого количества нагрузки. Ну ладно, я думаю, для обзора достаточно, ребята. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем удачи, всем пока. Это последнее видео в этом году. Желаю вам счастливого года, всем удачи, всем пока. О, весело, Бадюша. Всем пока. Также подписывайтесь в ВК, там мы называемся «Меха, просто Меха и Пушок».